Это единственный культурный объект во всем Куйбышевском районе. Работы здесь ведутся уже второй год. На сумму в 109 миллионов рублей отремонтирован фасад, восстановлены исторические люстры, мраморные полы и лестницы. Ремонт идет, но медленно. Глава Самары Олег Фурсов приехал в ДК проверить, какие проблемы у подрядчиков и как скоро они с ними справятся. Ну, вы вручную делаете, да? Нет, машинки. Машинки? Машинки, да. Машинки. Она у вас здесь нет? Нет, машинки сейчас нет. Давайте договоримся, я в субботу здесь приеду, посмотрим, приводите эту машинку, я посмотрю, чем шлифует. Противопожарный занавес старый остается здесь? Мы делаем пропитку уже существующей новой конструкции. Сейчас нету прямых обязательств на то, чтобы делали противопожарный занавес. Покрытие сцены. Там у нас идет пропитка, ее огнебиозащита и потом, конечно, очень качественный полный лак. Несмотря на некоторую задержку, большая часть работы выполнена. Остались важные, но все же детали. Для творческих коллективов и кружков уже готовы классы для занятий. В концертный зал привезены кулисы. Работа сложная, и у городских властей есть претензии, которые подрядчику придется устранять в ближайшее время. Отделочные работы, фрагменты отделочных работ, работы по покраске паркета, по применению правильных технологий, вопросы по дверям, по качеству изготовления этих дверей. Ну, таких достаточно у нас деталей, на которые стоит обратить внимание. Дом культуры «Нефтяник» постепенно становится очень уютным. Здесь установлена новая система теплоснабжения, и теперь зрителям не придется кутаться в куртки. Уже готовы кресла в количестве 500 штук, а самое главное – делается сцена с поворотным механизмом, что позволит давать здесь спектакли с меняющимися декорациями. Марианна Мирная, Константин Головин. События.